трибушенте. Короля ищешь? Он ждет тебя рядом с машиной. Нечего тут ходить. Руби их! Замечательный день для битвы. Не бойся, твое превосходительство. Арбалетчики нас не достанут. Признаюсь, мой господин, что я не воин. Вот и ты наконец-то. Предатели уже смолу на стенах варят, а вы с королевской советницей все забавляетесь. Чем могу быть полезен, государь? Сейчас будет штурм. Я хочу, чтобы ты был со мной. Со мной, господа! Не заставляйте предателей ждать! Мы же вне досягаемости. Это баллиста, твое превосходительство. Плечи усилены медными плитками, тетива из конского волоса. Болт летит даже на милю. Смертоносное оружие. И очень дорогое. Опытная прислуга стреляет до 2 раз в минуту. Но и тут есть свои недостатки. Ваше Величество, извольте укрыться. Отдача от выстрела бывает настолько сильна, что разворачивает баллисту. Попасть 2 раза в одно место невозможно. Я не знал, что Ваше Величество разбирается в военной инженерии. Не разбираюсь. 2 года назад я подарил баллисты баронессе на день рождения. Государь. Что ты скажешь о людях, которые живут, несмотря на такие раны? А что вы скажете, государь, о солдатах, которые наносят такие раны? Те, кто это сделал, уже заплатили за все. Мастер Геральт, смею надеяться, у нас еще будет возможность поговорить, когда утихнет битва. Увы, посол, я собираюсь покинуть королевский двор как можно быстрее. И отчего так? Позвольте узнать. Меня здесь часто принимают не за того. Как звать, солдат? Погоди-ка, ты был со мной под Брянной и в Понтерской компании. Ха, Норман Садар, ты еще рядовой? Да, государь, что-то мне судьба не улыбнулась. Ха. Норман Садар, за доблестную и верную службу жалую тебе звание десятника. Пойдемте дальше, господа. Нечего тут стоять. Ваше Величество, прошу простить мне смелость моего вопроса, но я вынужден его задать. Какая судьба ждет бастардов, когда... Это не бастарды. Это мои дети. Еще раз услышу бастард, кто-то об этом сильно пожалеет. Светлейший государь, прошу простить, однако же законы наследования подразумевают необычайно четкую процедуру. В гузно законы. Надо будет, поменяю. И я не позволю бунтарям использовать моих детей как знамя. Ваше Величество, вы абсолютно правы. Адда умерла, и других детей у меня нет. Понимаю. Разговор окончен. Ты можешь вернуться в шатер. Черные в моем лагере перед битвой. Куда мы катимся? Будь моя воля, отослал бы его в сморщенную башку императору Эмберу. Но Трис Меригольд велела мне быть вежливым и терпеливым. Как по-твоему? У меня получилось? Как нельзя лучше. Я всегда знал, что ты свой парень. А что там люди болтают? Клал я на них. Они о Бадди говорили. Разузнал что-нибудь о нашем убийце? Трис сделала вскрытие. Он мог быть ведьмаком. Вот холера. Что я сделал ведьмакам? Знаешь еще что-нибудь? Знака школы при нем нет, но это ничего не значит. Многие на твоем месте утаили бы такие сведения. Пускай Трис мне обо всем расскажет после битвы. А сейчас займемся предателями. Куда бьете, могилы? Солдат, трубу! Что ж там делается? Ого, это же граф Эчеверия! Держи, ведьмак. Бьем по тому с красным плюмажем. 2.5 года назад он клялся служить мне до конца жизни. Давай,
Насколько поднимать? Три градуса. Попали в скотину? Ушел. Собака. Но ничего, еще достанем. За мной, ведьмак. Ведьмак, я готов простить Луизу. Пускай только преклонит колени перед своим королем. Очень благородно. Все, издеваешься? А, неважно. Я уверен, что Луиза поймет, что совершила ошибку. Кроме того, детям нужна мать. Что-то я потерял нить. Все просто. У нас с Луизой был небольшой разлад. Она хотела от меня того, чего я не мог ей дать. Понимаешь? Кажется, да. Сразу нашлись такие, как граф Эчеверия. Благородные, сочувствующие. Сказали, мол, злой король хочет отобрать детей, но мы их защитим, а при случае и на трон возведем. И баронесса позволила себя провести, как и любая другая мать. А эти только и думают, как бы ослабить корону и урвать привилегий. Здравствуйте, солдаты! Да, здравствуй, король! Король! Так куда мы, братцы, направляемся? Бой! Так что нам, братцы, нужно? Победа! Так держать! Внимание! Мы почти пришли! Оружие готов! Идея с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними, по уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты, в бою или на балу, у тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. Поначалу все шло гладко, пока мы не нарвались на Ариана Лавалета. Сексон, пробейтесь к центру и займите ворота. Отличный день для драки, ваше величество! Со мной, господа! За Тимерию!
Лорд Сван, вы и ваши люди за мной. Надо достать Ариана Лавалетта и сломить дух защитников крепости. Будет исполнено. Геральт, господа, со мной. Вперед! Со славой! Отступать к ядреной матери! Куда прете, как стадо баранов? Хорошо стоят, сукины дети. Если так и дальше пойдет, они перестреляют нас, как уток. Есть мысли, что делать? Баллиста нам поможет. Парни, все на башню! Боги с нами! Лилия!
прежних рыцари! Это из-за... Двери! Крушите двери! Эй, с топорами! Руби все в щепки! Бешеных собак! Ариан Лавалет, с этим будет нелегко. Сдавайся, Ариан! Я буду обращаться с тобой по чести! Ты задолбал, твое величество! Засыпай их стрелами! Вперед, ребята! За Тимерию! Они отлично защищены. Есть предложение? Попробую сам туда залезть. Если лучники меня прикроют, должно получиться. Это сын Луизы из старого барона, владетель этих земель. Вспыльчивый и с мечом управляется хорошо. Будь осторожен. Попробую его образумить. Прикрывать ведьмака! Славный Геральт из Ривии. Низко же ты пал, ведьмак. Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесется к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать. А теперь еще с нильфгаардцами икшается. У короля целая армия, у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь и их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтостом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят.
уладим это между нами. Да будет так. Вы все отойдите. Нянька рассказывала мне истории о тебе, когда я не мог заснуть. Больше всего я любил про Ренфри и ее разбойников. А потом я вырос и стал мечтать помериться с тобой мастерством. Мечты сбываются. Давай с этим кончать. Долой, тиран! Стоять! Он мой! Наследник одного из старейших родов Тимерии погиб от руки убийцы чудовищ. Вот они, приметы времени. Тебе жаль Ариана? Нет, он из вымирающего вида. И он был изменник. Рассказывай. Кстати, а что с драконом? Развалил пол замка, перебил кучу войска и смылся. Куда? Куда-то в сторону Аэдирна. Он нас всех едва не сжег. Ариан Лавалет стал замок! Открывайте! Ариан жив? Открывайте сейчас же! Если покаетесь, я вас помилую! Это надолго. Похоже на то. Мои чары не помогут. Основные силы уже переправляются, они будут в городе раньше нас. Пойдем в шатер. В лагере сейчас пусто, уютно. Войны мне на сегодня хватит. Заманчивое предложение. О, смотри, особый отряд короля. Что с бароном? Ты зачем его убил? Иногда нет другого выхода.
государь. Верно, Нураше. Докладывай, Роше. В городе продолжаются уличные бои. Большая часть наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город. Жгут, насилуют, грабят. Лавалеты еще держатся в районе монастыря. Что с баронессой? Удалось взять живой. Сейчас в безопасности. Я надеюсь, вы с ней ничего не сделали? Как приказывали. Она прекрасна, как всегда. Только вот детей при ней не было. Известно, где они? В монастыре. Но данных разведки пока нет. Через мост! Закрыть короля! Прячься! Дракон! В укрытие! Берегите короля! Крышу! Попасться бы отдался тяжелый арбалет! Это правда, дракон! Настоящий! Даже не верится! Эрикой, хватит восторгаться. Заколдуй его как-нибудь. Все не так просто. Эта скотина спалит мне армию. Прячься! Дракон! В укрытие! Никак. Бежать от них надо. Помог, так помог. Нужно добраться до города. Там у нас будет больше шансов. Правда, что ведьмаки не охотятся. На баронессу! Похоже, этот дракон наши правила не знает. Что ты мне приготовил? Прыгнуть на него с мечом? Все назад! Я открою это! Видно, если я хочу. Быстро! Я долго не выдержу! Зовите арбалетчиков! Лис! Мост горит! Быстро сюда! Гребаный дракон едва не похерил всю войну. Наверное, его спугнули звуки битвы. Хватит уже о драконе. Расскажи, как все закончилось. С того момента, как рухнул мост, ты почти все время был со мной. Почти. Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. А говорили, под стены не подойдем. Полдня, и город взят. Доложить обстановку. Бои за замок продолжаются. Группа мятежников забаррикадировалась в святилище. Что с моими детьми? Видимо, тоже внутри. Фен прижал жреца. Тот сказал что-то о ходе под стенами. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец. Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Сила, сбери двери на себя. Фен, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернон умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться... Тебе вся Вызима позавидует. Солдаты лавалетов ничего не сделают детям баронессы. Я не успокоюсь, пока их не увижу. Надо действовать быстро. Бунтовщики сами загнали себя в западню. Я не хочу ждать, пока они догадаются, что детей можно использовать как заложников.
Может, Роше вытянет что-нибудь из этого жреца? Город большой. Чтобы найти детей, нужны хоть какие-то зацепки. Я рассчитываю на него, но время не ждет. Осмотрись вокруг. Тут может быть тоннель, какой-нибудь подкоп. Поищи его. Мои люди тебе в таких делах не чета. Я пошел. Я рассчитываю на тебя. Где топоры? Шевелитесь!